А если вы хотите помочь своим близким, есть очень простое упражнение или самомассаж, который вам могут сделать ваши близкие. Для этого переворачиваемся на живот. Мы находим выход седалищного нерва. Он находится вот в этой области. Если чаще всего повреждается здесь, вот это L5-S1, вам нужно найти вот эту точку, которая находится между двумя косточками, которые вы можете прощупать. Это вот здесь вот и вот здесь вот. Ставим сюда ручку. И в этот момент глубоко нам нужно прожимать для того, чтобы расслабить все мышцы. И спускаемся потихонечку вниз массирующими движениями. Хорошо, не жалейте, не жалейте, там болит, там нужно расслабить все, чтобы мышца пришла в тонус. И спускаемся потихоньку вниз по центру ноги. Спускаемся, доходим до вот этой области. Здесь область под коленкой. После этого пропускаем колено и начинаем с середины икры. И делаем массирующие движения. Потихонечку, опять же, с двух сторон, вот так вот проходим и расслабляем полностью весь канал, в котором находится нерв. Эти упражнения очень эффективны. Сделайте их сейчас и посмотрите, как вам станет легче. Будьте здоровы!